Более 700 башкирских предпринимателей получили одобрение на кредитование с нулевой ставкой. Общая сумма займов достигает 1 миллиарда 700 миллионов рублей. Цифры приводят в Национальном банке по республике. Сейчас на рассмотрении банков находится свыше 900 заявок на предоставление малым и микропредприятиям нулевых кредитов. Претендовать на них могут компании из реестра пострадавших отраслей экономики. Целевое назначение таких займов – рассчитаться с работниками по заработной плате. Об условиях получения господдержки можно узнать на сайте Банка России, в бизнес-объединениях и отраслевых ассоциациях. Если же у представителей бизнеса все равно возникают проблемы с получением льготного кредита или с получением кредитных каникул, то мы рекомендуем обращаться в свои так называемые бизнес-объединения. Например, это могут быть «Опора России», «Торгово-промышленная палата», «Деловая Россия». Кредитные организации уже наладили системное взаимодействие с деловыми союзами, и такая коммуникация часто способствует решению возникающих вопросов. И как отметили в Нацбанке, кредитными каникулами и реструктуризацией воспользовались 1700 предпринимателей региона на 6 миллиардов 200 миллионов рублей.